Вполне себе заурядная история, которая могла случиться с каждым. История о том, как любовный треугольник превратился в сложную и запутанную фигуру любви. Придумай что-нибудь. Я так соскучилась. О любви. Без прикрас. Жизненно и просто. Мне, Ваня, нужно было печку растопить. Не успел опомниться, как в постели оказался. Я подумал. Может, ей этого не хватает? Как ты думаешь, Ваня? Елена Яковлева, Евгений Миронов, Валентин Гафт, Ирина Розанова. В фильме Петра Тодоровского «Анкор, еще анкор». Суббота, 20:30, на телеканале «Самара ГИС».